При поддержке «Единой России» в Ленинском городском округе продолжает реализовываться проект «Парта героя». В этот раз она посвящена солдату Красной армии, пулеметчику Виктору Ивановичу Варгину, нашему земляку, родившемуся в поселке Боброво. Заместитель главы муниципалитета Иван Гетман напомнил, как важно не забывать о цене подвига каждого солдата, не пришедшего с поля войны. Мир и справедливость всегда будут основой нашей с вами жизни. И героизм, он навсегда останется в нашей памяти и будет напоминать нам о цене свободы и мира. В Бутовской школе номер 1 работает военно-патриотический клуб «Патриот», участники которого взяли под личный контроль состояние памятника павшим героям. На нем высечены имена солдат, не вернувшихся с полей сражений. Среди них и Виктор Варгин. В будущем в Бутовской школе такие парты героев планируется поставить в каждом классе. Виктор Иванович – это уроженец деревни Боброво, тогда еще Ленинского района. Поэтому для нас большая честь, что именно эта парта нашего земляка будет у нас в школе. Мы когда взяли под опеку памятник, мы начали искать информацию по данным героев, которые указаны на памятнику. И по Виктору Варгину мы нашли больше всего информации, поэтому решили начать свой проект именно с него. На сегодняшний день нужно сохранять память, подпитывать ее, патриотизм поднимать в наших детях. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского округа Валерий Черников отметил, как важно равняться на наших героев, быть такими же самоотверженными и помнить, что будущее страны в наших руках. Парта героя, она предназначена для того, чтобы мы могли равняться на таких людей, стремиться быть похожими на них и знать, что от каждого из нас, пока мы маленькие, пока мы большие, взрослые, зависит наша судьба страны и наше будущее. Виктор Варгин родился и вырос в Ленинском округе. С эшелоном Бутово-Видное он отправился на войну. В Можайске был распределен в 158-ю стрелковую дивизию. 2 октября 1943 года Виктор Иванович встретился с диверсионным отрядом и героически погиб, отстаивая честь и свободу Родины. Люди не должны забывать своих героев, и они должны помнить, ведь только когда память жива, то и живы мы. Очень важно помнить именно нашему поколению, потому что пока мы помним об этом, это не повторится. Новая открытая парта героя станет неразрывной связью поколений с его героическим и отважным прошлым. А за партой имени Виктора Варгина по традиции будут сидеть самые достойные ученики. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.